не прошел проверку. В Набережных Челнах на посту Тула-1 автоинспекторы задержали несостоявшегося дилера наркотиков. 22-летнего водителя автомобиля «Opel» остановили для проверки документов. Он оказался жителем Московской области. Мужчина пытался перевести запрещенные вещества. Теперь он подозревается в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Если вина будет доказана, то ему может грозить пожизненное лишение свободы. При досмотре автомашины под обшивкой задней правой двери был обнаружен и изъят полимерный пакет, внутри которого находилось более 1,5 кг героина, расфасованного в бутылке из-под газированного напитка. Задержанный пояснил, что наркотические средства приобрел в интернет-магазине и собирался провести наркотики из Московской области в Челябинск.